Не проходит и недели, чтобы мы не вспоминали про Аэросити. На этот раз проблема касается не только невывоза мусора. Дело в том, что люди жалуются, что дозвониться до диспетчера рекоператора невозможно. Трубки никто не берет. Мы сейчас лично проверим. Попробуем оставить заявку на вывоз мусора вот в этом вот доме. Как видим, баки переполнены. На официальном сайте Аэросити есть два номера диспетчерской службы, на которых принимаются заявки на вывоз мусора. Пробуем звонить на мобильный. Приветствует ООО «Аэросити 2000». Если вы хотите подать новую заявку на вывоз мусора, нажмите кнопку 1. Если вы хотите узнать статус поданной заявки, нажмите. Ждите на линии, пока выполняется перевод вызова оператору. На этой линии принимаются только новые заявки. Ну что же, слушать музыку бесконечно мы не можем. Уже более минуты ждем на линии, но никто нам не отвечает. Соответственно, заявку оставить мы не можем. Между тем, наши зрители рассказали, что в поисках выхода из сложившейся ситуации и чтобы не копились горы мусора, вывоз отходов пришлось заказывать у частных наемных рабочих. Алло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а вы принимаете заявки на вывоз мусора в частном секторе? Да. А сколько будет стоить? В зависимости от того, где у вас частный сектор. У нас улица Баграда. Баграда в Абакане, да? Да, Абакан. 350 рублей стоит. Хорошо, поняла, 450. А скажите, а вы от Аэросити или просто частный? Нет, по сами по себе. А, вы, то есть не имеете отношения к Аэросити, да? Нет. Пытаться дозвониться до Аэросити или заказывать частный мусоровоз – дело каждого. Есть еще один вариант избавления от хлама – подача заявки через официальный сайт рекоператора, на которую должны отреагировать сотрудники Аэросити. Да, проблема такая существует. Граждане к нам обращаются с тем, что не могут дозвониться до регионального оператора в течение уже 2 недель. На прошлой неделе, четверг-пятницу, к нам поступило около 20 обращений по этому поводу. Людям, у кого нет возможности самостоятельно через интернет подать заявку на сайте регионального оператора, мы сами подаем такие заявки. Мы готовы помочь гражданам, у кого нет возможности через сайт регионального оператора направить заявку. Мы готовы помочь. В случае необходимости просим обращаться по телефону 21-55-06, либо 21-55-24. Напомним, Аэросити выводит мусор с частного сектора только по заявкам жителей. Рекоператору на это дается 3 суток в теплый период, 5 в холодное время года. Если Аэросити не реагирует на вашу заявку, можно жаловаться в Минстрой Хакасии через информационную систему ГИС ЖКХ. Ваши обращения должны рассмотреть в течение 30 дней. Надежда Савельева, Андрей Аралов, новости.